Великой Отечественной войне! Парад войск Севастопольского гарнизона открывает рота барабанщиков филиала Могилевского военно-морского училища. Во главе роты барабанщиков кавалер ордена за личное мужество капитан третьего ранга Дмитрий Петровский. Барабанщики сотрясены и их движения по разным расчетам. Государственный флаг Российской Федерации, гордое знамя победы, флаг сухопутных войск и военно-морской флаг несут славянную группу роты почетного караула Черноморского флота. Роту почетного караула возглавляет капитан Кирилл Филюкович. Во главе первого взвода роты почетного караула старший лейтенант Максим Каменевский. Его дед, малой Никифор Иванович, награжден орденом Отечественной войны второй степени. Составе роты почетного караула братья близнецы Иван Никита Кричевский и братец Иванов Илья Хасин награжден медалями за оборону Москвы и за взятие Петербурга. У трибуны парадной роты Севастопольского филиала Нагимовского военно-морского училища во главе с заместителем начальника училища капитаном первого ранга Александром Наренко. Многие из нагимовцев мечтают стать офицерами. Нагимовцы – будущее! Парад устроили студенты военного учебного центра при Севастопольском государственном университете. Во главе расчета начальник центра капитан первого ранга Сергей Иванович. Деканя штат идет парадная рота отдельной гвардейской горно-дурного бригады морской пехоты Черноморского флота. Готово возглавляет заместитель командира бригады по воздушно-десантной подготовке старший подполковник Андрей Мигунов. Девиз морских пехотинцев был и остается «Там, где мы, там победа!» На марше плотно парадная рота командует парадным расчетом капитан третьего ранга Наталья Макаренко. В парадном строю потомственного нового служащего в среднем поколении старший матрос Наталья Макова. На марше парадный расчет Крымской военно-морской базы. Во главе парадного расчета заместитель начальника штаба Крымской военно-морской базы капитан второго ранга Андрей Воробов. Состав парадной роты на служащие бригады ракетных катеров, десантных кораблей и охраны Горного района. На марше будущее военно-морского флота России. Участие Черноморского высшего военно-морского флота Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Парадный расчет возглавляет временно исполняющий обязанности начальника училища капитан первого ранга Алексей Шубанов. У ассистента становится курсанта первого курса Глеба Осетского радик капитанка Николай Михайлович, участник вице-заводку. Мы радик. Награжден от финансовой личной войны первой и второй степени. Парадным маршем идут военнослужащие специального моторизированного полка Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации во главе с заместителем командира полка по тылу майором Максимом Соболевым. Он офицер во втором поколении. Он составляет ансамбль вести войск Национальной гвардии Российской Федерации в регионе. На марше парадный расчет управления МВД России по городу Севастополю, который возглавляет полковник внутренней службы Олег Соловьев. Сотрудники МВД, перенесенные ночью в районной страже законности и правопорядка, ведут непримиримую борьбу с преступностью. У рейданского шоколадки полиции проходит службу 74 ветерана боевых действий. На марше парадная рота МЧС России, которую возглавляет заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Севастополю, подполковник Алексей Кузьминев. В строю идет старший сержант Артем Ножиков, его дед механик водитель Никитов Сосин Дочевым, участник сражения на Курской дуге. Экипаж его танка уничтожил три подрубки в Кибра. На марше парадный расчет Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации. Возглавляемый заместителем директора корпуса, руководителем отдела воспитательной работы, полковником юстиции Петром Воронин. 1 сентября 2021 года учебному заведению
сожалению, присвоено имя героя первой оборонительного собора адмирала Сотна. На марше советский класс органов внутренних дел средней общеобразовательной школы номер 6 города Севастополя. Во главе парадного расчета знаменная группа сознания советских классов органов внутренних дел России. Советский класс возглавляет почетный сотрудник МВД России, полковник внутренней службы Александр Крайнюк. В Севастополе советских классов ОМВД обучаются более 300 химических кадетов. Продолжают прохождение войск представители юноармейского движения. Шествие в военном параде в Севастополе принимают участие отряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юноармейское движение готовало в мае 2015 года. Они заявили министр обороны Российской Федерации, героя России, генерал армии Сергея Шойгу. Было подтверждено президентом Российской Федерации. Сегодня юноармейское движение стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, в рядах которого более 350 человек. Впервые в параде принимает участие в Севастопольский губернаторский юноармейский парад «Сокол». В руках знаменной группы севастопольских политиков и заключенных знамя юноармейского отряда. Четвертый год подряд в военном параде в Севастополе принимает участие отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» школы номер 47 из поселка Ордыня. На марше морской колледж Севастопольского государственного университета. На марше парадный расчет международного детского центра «Арте» в лице вожатых детских лагерей и участников образовательных программ прошлых лет. Студентов Севастопольского промышленно-технологического колледжа имени Маркова Германии. Знаменная группа «Несет знамя Артека» детской республики, известной далеко за пределами России. Артековцы пятый год подряд принимают участие в военном параде в городе Герои Севастополя. Замыкает колонну парадных расчетов рота 11 классов средней общеобразовательной школы номер 60 имени Героя Советского Союза вице-адмирала Владимира Степановича Филипенко. Для мальчиков и девчонок юнармия — это школа будущего. Севастополь — это настоящий характер, смелый, целеустремленный, патриотический и воля к победе. Детско-юношеское движение «Юнармия» сплотило город Герои Севастополя, который президент России назвал патриотической столицей страны, более 50 будет Севастополя. Это движение воспитывает жизнь, которое защищает и собственному городу, и народу, отечеству. Мы армии участвуем не только в начальной подготовке, но и в политических соревнованиях, но и в образовательных проектах, исторических фестивалях. Пробуют себя на сцене, журналисты, довольно-таки волонтеры. Юнармейцы проходят в строю на параде «Честь великой победы». Продолжим прохождение боевой техники в соединении Черноморского флота.